Совсем недавно на стриме мне задали вопрос, в чем смысл делить видео, подписывая где-то будни администратора, а где-то просто оставляя название, ведь почти в каждом видео ты админишь. Смысл в том, что в буднях администратора я зачастую разбираю жалобы намеренно, помогая игрокам и наказывая нарушителей. А ролики без подписи для меня это что-то типа админа-наемника, который заходит угомонить как и опизденевших донатеров, так и полоумных игроков, которые решили, что нарушать это круто. В моих роликах достаточно часто встречаются такие донатеры, зачастую это донатеры, которые накупят себе донатных привилегий на хуевую тучу денег и считают то, что они могут делать все что угодно. Реально все что угодно. Нарушать правила, вести себя неподобающим образом, плохо отзываться о создателях этого сервера, на котором они играют. Большинство донатеров, которые вы встречаете в роликах, они реально убеждены в том, что они не получат наказания за свои нарушения, просто потому что они задонатили на сервак больше, чем остальные. Я немного в этом плане досолидарен с создателями серверов, то есть если ты будешь слишком сильно херачить кнутом, то человек просто-напросто уйдет с сервака, но можно всегда просто преподать урок, и человек его должен усвоить, если не усваивает, получает еще сильнее в следующий раз. Ладно, читай слишком спокойно в начале этого ролика. Как вы поняли, сегодня мы будем снова пиздить кнутом у ёбков и донатеров. Приятного просмотра! Так, ну чё, как обычно, за бандита, ищем долбоёбов. Погнали. Я немного соскучился по вот этим уёбкам, которые, ну, нарушают часто, творят хуйню. Чё взял? Сигаретки. Я еще особо ни с кем не палился. Ну, ребята, это только пока, потому что вы все знаете, и я тоже знаю, чем чревато то, что я спалю себя до того момента, пока не понадобится включать voice chat. Этот аккаунт, скорее всего, забыли, ребята. Надо глянуть вообще, кто тут с каким рангом бегает. Да, да, да. Ты кто, блин? Кто ты, воин? Я самурай. Ладно, вы пришли к нам на кастинг, короче. Здравствуйте. А, блядь. Пошёл нахуй. Ладно, давай ты подыграй мне, давай. Ты актер, слушай, актер, убей его, убей его, ладно. Убей его, убей его. Вышел. Ну я ничего не вижу, да. Ладно, предположим, что полицейский это просто терпила, который покрывает своего друга и не хочет ввязываться в какие-либо РП-моменты с ним, тем более в те моменты, где он может заджалить, ну, в смысле, заарестить своего друга. Но чел, который играет на якудзе, типичный краймер и типичный долбоеб, которого мы встречаем почти в каждом моем ролике. Я в этом моменте не буду нарушать правила ФРРП и спокойно уйду из этой квартиры. Просто проясню несколько моментов. Все началось с того, что чел начал первый агрессировать в чате. Послал меня нахуй, я послал его в ответ. Он решил достать оружие и повыебываться тем, то, что у него оно есть, а у меня его нету, и прогнать тем самым меня. Я же, соблюдая правила ФРРП, ухожу из квартиры по его же требованию. То есть он мне угрожает оружием и говорит: вышел, я выхожу, но он ведь не говорил не оскорблять его в ответ. Да. Что там происходит? Ой-ой-ой. Нахуй закрой, хули ты базаришь? Зашел. Внимание на экран. Обмудок на краймере совсем не знает, что такое байты на нарушение. Сначала он хотел забайтить меня, думая то, что если он мне будет угрожать оружием и говорить, чтобы я вышел, он ожидал, что я нарушу правила ФРРП, достану оружие в ответ, начну с ним стреляться или же просто в тупую стоять и лить его оскорблениями. Но нет, я выполнил все его требования. Но какого хуя, теперь извините меня, он выходит на людное место и начинает мне угрожать оружием там. Да, это людное место. Улица, которая прописана в правилах этого сервера, является людным местом. Местом. И здесь краймить, ну, не рекомендуется. И здесь навязывается вполне себе справедливый вопрос. С какого этакого я должен слушать какого-то поехавшего черта, который сам не знает, чего он хочет? То выйди из квартиры, то зайди в нее. И он начинает просто манипулировать тем, то, что у него оружие. И он забивает на правила того, что он действует в общественных местах. Один. Два. Три. Тут улица, как бы. У них же кастинг. Кофе джали себя за ФРРП.
Это опять же вполне себе резонный вопрос от человека, который зашел в квартиру без негатива и вышел по первому же требованию. То есть он может от балды доставать оружие, выходить в людное место с ним и там угрожать оружием и писать о том, что давай джали себя за ФРРП, а значит он людных мест не нарушил и сажать он себя тоже не будет. И после вот это вот создание еще берет ставит мне какие-то ультиматумы, то есть если ты сейчас себе выдаешь джайл, то я не пишу на тебя жалобу. А про свои нарушения он ни слова не сказал, ну вот серьезно. И жалобу он на серваке не подал, потому что администрация, если ее примет, то будет разбирательство не только по поводу моего якобы ФРРП, но и по поводу его правил общественных мест, на которые он успешно забил хуй, но он же, естественно, этого не хочет, он хочет просто поиграть и немного понарушать правила, потому что он спонсор, и я ему не могу выдать наказание. Не понял, блядь. У тебя 3 минуты. Иначе что? Иначе что, блядь? Ребят, до этого его сообщения я был еще достаточно мирно настроен на то, чтобы вызвать администратора и раскидать, кто где соснул хуйца из нас. Возможно, даже я что-то нарушил, и мы оба бы получили наказание. Но нет, он же хочет, чтобы наказание выдали только мне. Окей, если он хочет доебаться и выйти якобы сухим из воды, не получив наказание за свои общественные места, то я тоже могу доебаться в ответ. Извиняюсь за такое количество вставок, я хочу, чтобы вы максимально поняли, что сейчас происходит в ролике. Итак, что мы имеем у меня? ФРРП неподтвержденный и никем не доказанный, хотя на демке видно то, что я отыграл ФРРП в полной мере. Окей, вы скажете админобус, не выдаешь себе наказание за ФРРП. Ребят, начнем с того, что ФРРП не подтвержден, и на демке опять же видно, что я его не нарушил, а соблюдал. И теперь что у нашего главного героя? Нарушено правило общественных мест. Демка имеется. Нарушено правило метагейминг, оно у вас на экранах. Демка опять же имеется. Нарушено правило админобус. При явных нарушениях человек не хочет выдавать себе наказание, пользуясь своими привилегиями администратора. Демка тоже имеется. Отсюда вытекает еще один вполне себе резонный вопрос. Кому прилетит по ебалу больнее, мне или же этому человеку? Дальше оставляю вас с этим вопросом наедине, а вы теперь смотрите, что было дальше в следующих фрагментах. У тебя минута. Оп, МГ пошел. То есть он жалобу подавать не хочет, но хочет, чтобы я себя заджарил. С какого хуя? Время вышло, ебать он грозный. Как выдай себе за МГ, оно подтверждено было на демке. Благо я снимаю таких дебилов сразу. Блять, ой, я тоже ничего не видел. Он, видимо, жалуется уже на меня. Может быть, знакомому какому-то. Эй! Что? Да еды. Да. Давай. Спасибо. Кидай, ловлю ртом. Почти. Вот. О, вон спасибо. Спасибо, солнце. Не забуду тебя. Кому он, интересно, пишет в этот раз? И на что он будет жаловаться? То, что он нарушил нон-РП? 5 минут. А, армит РП. Ну, вот тебе и нон-РП. Чё, он съебался или нет? Нет, он не съебался еще. Короче, ты видишь? О. Нет, кофе уйди. А вот еще одно нарушение с его стороны. Нон-РП. На любом DarkRP серваке это общепринятое правило. Человек не может знать, как тебя зовут, пока у вас не будет какого-либо тесного контакта, или же пока вы сами не представитесь. Кофе, ты... Ладно, я не буду еще говорить, вскоре все сам поймешь. Кстати, заходи. Кто? Диего, выйди, пожалуйста. Выйди. Там кто-то плохие вещи написал на вашем ангаре. Выйди, пожалуйста, чувак. Выйди. Я и так тут. Ну выйди, пожалуйста. Короче, я на него жалобу за админобус написал, он оказался жарить. Окей. Я жалобу на него написал за админобус. Мне вот интересно, админ есть какой-нибудь на серваке? Раз он жалобами раскидывает, то чем я хуже? Он уже нарушил нон-РП, нарушил МГ, нарушил армит РП. А я-то чё? Я-то, блядь, просто зашел, послал его нахуй в ответ и вышел. Свою ведь жалобу я не могу разбирать, это будет нарушение. Такая тут канитель с разбором жалоб. Мне нужно дождаться, пока мою жалобу кто-нибудь разберет. А
администраторы-то есть на сервере? Ребята, итог этой ситуации сейчас на ваших экранах. Я зашел на следующий день на сервер и нашел его. Подал на него жалобу, и мы начали разбирательство. В ходе жалобы стало понятно, по словам администратора, что у него не было админобуза, но был нон-РП. После этого он начал говорить о том, что у меня якобы все же тоже был фир-РП. Я доходчиво объяснил, что фир-РП у меня не было, и администратор, который принял жалобу, со мной согласился. В ответ на это человек, на которого подал жалобу, решил написать своему знакомому администратору наборному, и на что ему якобы ответили, что у администрации высшей приказ на меня ЖБ не разбирать. Это как минимум странный вброс с его стороны, потому что я уже разговаривал с создателем сервера насчет того, что мне иногда будет нужна помощь от наборных администраторов во время каких-либо жалоб. Ну, например, я зашел на лайте по фасту записать материал, но мне администрация не отвечает, например, донатная занята своими делами, или же наборные на серваке в какой-то момент нету, и у меня раз, есть человек, который может мне помочь. Но заметьте то, что в этих сообщениях я сразу же прямо сказал, что мне нужно. Мне нужно, чтобы просто мои жалобы разбирали. Потому что всегда есть такой шанс, что на какой-либо жалобе будет виноват не игрок, а я. И я с этим буду полностью согласен. Вы это видели по прошлому ролику. Мне нет никакого смысла просто взять какого-либо администратора на помощь, чтобы он просто банил всех, на кого покажу я пальцем. А меня, чтобы он вообще не трогал. Ну вот вам и фото подтверждение того, что создатель сервака не давал никакого указа на мою неприкосновенность. Кстати, помощь админа я достаточно часто практиковал на Мухосранске. И там был как раз администратор, который со мной несколько роликов подряд работал и помогал мне разбирать ЖБ, когда я не особо разбирался в их правилах. И там тоже, конечно же, были случаи, когда я подавал ЖБ, а, как оказывается, по правилам нет никакого нарушения, и чела просто отпускали, и все было в порядке, все были довольны. А вот вам последнее на данный момент подтверждение того, что вот так эта работа и проходит. Чел мне помогает, и я хотя бы прошу ему хоть какую-то плюшку дать, чтобы он не просто так трудился. Ну, как бы, чел корячится, помогает, работает, объясняет что-то для какого-то залетного хуя, у которого там, да, есть канал, но все же он тратит свое время. Я думаю, это достойно какой-либо награды. Думаю, со вбросом про якобы неприкосновенность мою на каких-либо серверах мы разобрались. Теперь можем переходить к итогу. Я попросил его: можешь помочь жалобы, там у него чел фир-РП, он наборный ранг админ. Он сказал: ну вот, я не буду жалобы разбирать. Но мы потом как-то вначале это обсуждали, что тебя разве не устраивает то, что тут администратор уже присутствует? Мне несложно, я могу дождаться еще одного администратора, твоего наборного, ему также объяснить, уже вместе с Эваном ему объяснить. Смотри, ну я объясню так, я сейчас, можно никому не просить, потому что даже если тебя найдут фир-РП, приказ создать, приказ Юкими, это тебя не трогать. Приказ, понимаешь, откидываю и жалобу скрываю. Ну почему, я недавно получал наказание, вполне себе спокойно. Ну, я не знаю, ну, значит, этот человек, который наказание, я не знаю, кто это был. Приказ создателя ХПРП, тебя нельзя трогать, все. Я себя жалю тогда. Прикол, конечно, вопрос смешной. Чё, жалоба. Все. Ну, теперь надо у тебя спросить. Все, я твою жалобу, ну, закрываю, все. Проблем нету? Ну, уже получается нету. Я тебя не вижу, но ты сам у себя можешь видеть последнее достойное, по идее. Ну, я вижу, да. Последнее, хотя бы. Ну, есть такое. Если, тем более, ты не видишь мое оружие, то зачем тебе? Я со своё оружие. Я знаю, что у меня на спине. Тем более, в натуре, зачем мне видеть оружие последнее, которое ты достал на спине? Девушка, похоже. Вот сюда. Здесь пойдет. Мужики, подсадите наверх. Давайте. Царская подсадка. Пошла. Оп. Блять. Почти. Давай, давай, держи меня. Спасибо. Коко, ёпта. Ничего, зачем он стреляет? We'll be right back.
бля, а что делать? А ты можешь посмотреть, у пиратика профессия какая? ФБИ? Если это бы, если это был маньяк, то как бы окей. Но если это не маньяк, а гос был, как и писалось у него над головой. Вот, строчка. А, смотри, пиши тогда на форум ЖБ, потому что я его не смогу забанить, так как он овнер. Ну, я тоже овнер вообще-то. Смотри, либо на борного пиши, либо на форум. А наборный кто? Сам хозяин. Ну, наборный есть на серваке сейчас? Да, наборный есть. Ты задумал жрать чушь. Все, давай, тэпаемся. Ой, короче, лети туда. Стой, сначала... Ты чё тёмный, если тёмный наборок? Тёмный. Это сейчас... 28 админов. Ну, я жду, пока кто-нибудь из наборных тэпнет. Режим администратора. Он типа игнорить меня собрался или что, серьезно? Это то ебан зашел или он просто ливнул сразу? Ну, я могу попробовать написать ему. Давай, у тебя же с ним есть по-любому контакт. Ждем, пока он зайдет. А вот я, сука, жду. Сейчас гляну дымку. Мне вот интересно, оружие я достал, да? Написал, сейчас зайдет. Давай, давай, сейчас зайдет. И я заджайл. Смотри, у меня на дымке видно, что он начал бегать, как в жопу ужаленный, стрелять. Куда ни попадя. Когда у него спросил, почему он бегает туда-сюда, стреляет... Без причины, будучи ФБИ агентом. Он хуярить в итоге по мне просто так начал. Его просили тэпнуться в СИД, он не отреагировал никак на это, можешь почитать чат. И взял, ливнул. Просто написал, что сейчас зайдет, и чтобы я ему джайл выдал. Ну вот, и я тебя перечислил. Моменты, он тэпнется, ты ему скажешь. Ага. Ну смотри, я тебе перечислил все, что он сделал, без преувеличений. Это что светит человеку? Повторить, пожалуйста, счет чего? Что? Ну смотри, я тебе перечислил все нарушения, которые он совершил. Лиф. Извини, я, наверное, прослушал. Лиф? Ну, лиф, да. Нон РП, фрикил. Мы можем почитать, как лиф, да. Обман администрации, потому что он говорит, что я с оружием стоял. Затем, лиф с нарушением. И после просьбы тэпнуться в СИД, но он взял, ливнул. То есть не отреагировал вообще на просьбу никак. Что это? Что он не отреагировал на просьбу, это... Я насчет этого точно не скажу, я бы переспросил у вышки. Ну, тебе сейчас я напишу тогда создателю по-быстрому, узнаю. Да, да, спасибо. Где этот ублюдок ебаный? Он заходит, нет. Оружие у меня в руках было. Боже, да что за пиздобол деревенский, сука? У тебя нон РП, фрикил, обман администрации, лиф. И игнор просьбы тэпнуться в СИД. Помимо этих двух РП нарушений, ты нарушил админобус и плюс лиф. Почему у меня лиф? Почему у меня админобус? А не видел я нихуя текста. Это твои проблемы, тебя попросили тэпнуться. Я ливнул из игры. Ну, то есть, если у меня на сервере нет, то в смысле, там и проблемы, как ты это понимаешь? Ты вышел перед просьбой. Ты вышел перед просьбой, все. Вышел перед просьбой? Да. Хуя себе, блядь. Покажи мне, где он написал, что... Где я вышел перед просьбой. Да, Тёмный может так... сейчас открыть логи чата и найти просьбу тэпнуться в СИД. Ну, у меня демка закончилась тогда, когда я вышел. Давай я сейчас посмотрю, блядь. Если я там что-то увижу, то хорошо, допустим, соглашусь. Хотя просят обычно по спамят по 3-4 раза на самом деле, а не один, блядь. Ну да ладно. В этом не было необходимости, чат не летел. Ну, как бы, нужно спамить, как мне говорили. Дес, блядь. Поэтому, я не знаю, что там Тёмный писал, или что ты писал, блядь, вообще, душа, даже не чалю, блядь. Ну, у тебя есть Тёмная демка, или что-то такого, где он, или лог, чат-лог того, что он что-то писал. Нет, я сейчас в логах это смотреть буду. Человек яйца написал, пиратик, ТП, на тебя ЖБ, админ чат. Ну, потому что, ну, сейчас я посмотрю, я на демке лучше, я посмотрю в конец просто. Потаю её все. Да я могу скрин кинуть, мне сложно. А что у меня твой скрин? Ну это доказательство прямое, что просьба была. После нее
ты через какое-то время взял, вышел с сервака. После этой просьбы ты вышел с сервака. Вот так вот. Да, что вижу, человек есть написал, да. Но я не вижу того, что ты мне что-то писал. Это твои проблемы, в логах уже нельзя написать. Тебе уже говорит администратор. Он тебя жалоба, и потом ты вышел. Человек в логах то, что ты тэпался куда-то или что-то отписал, нету. Окей, я сейчас еще тэпну человека яйца, мне не сложно. Ну, наверное, потому что я не видел, либо я стоял в ВК, у меня демка открывается просто на закончился. Как раз так на том. Привет, извини, что тэпнул тебя. Ты помнишь же, я писал его, просил тэпнуться в сид? Новые зрители, возможно, не поймут, чё же я его так заёбываю. Отвечу на ваш вопрос без оскорблений. Посмотрите прошлые ролики на Happy RP, и вы убедитесь сами. Во второй акт пояснения я особо не вставлял, как вы могли заметить, только текстовые, потому что... Да тут вообще в пояснениях нихуя не нуждается, тут и так все понятно. Если вы не глупые и смотрите мои ролики, вы, думаю, уже правила большинство выучили. Ну, да. Вот он ливнул уже как раз после этого, вот он опять. Он не верит. Он не видел, говорит это. Да, пера. Патик, смотри, он там мне даже админ показал логи, то, что ты его кильнул. У него еще обман администрации. Ну так а жалоба в чем была на... То, что ты фрикилнул его. Фрикил, но на РП, ты без особой причины бегал за ФБшника, начал стрелять во все стороны. Ну это да, это есть. Ну смотри, уже два нарушения ты подтвердил. Фрикил, но на РП. Кстати, пиратик. Ну это да, фрикил, блин. Дальше. Я еще не закончил. Но фрикил, но на РП он признал остальные нарушения, что по ним... Но он тебе говорит то, что у меня якобы было оружие. У меня тогда был зиптай. Он потом с меня сейчас в МЛС отписал, что веревку посмотрел, увидел, что он признает фрикил, да. Окей. Значит, лив. Веревка не считается оружием. Лив с нарушением и игнор просьбы тэпнуться в сим. Ну, насчет лива, блядь, поспорю, насчет игнора я тоже поспорю, потому что у меня. Не, ну смотри, у него игнора не было, так как он ливнул. Он никак не смог бы увидеть это. Но у него игнора нет. Что у меня дэмка? Просьба была тэпнуться. Все, у меня даже на демке не видно. Ну так а смотри, если напишешь один раз, даже ну человек просто чисто физически ну, посмотреть, что ты сможешь нахуй, да, то не увидит, потому что чат либо летит, либо еще что-то. Да? Понимаешь, ну я еще ливнул, бля, при этом нахуй. Либо просто играл. Я уверен, надо было бы тебе тэпнуться в сид конкретно, если бы ты там был нужен, бля, реально, ты бы вот, тэпнулся. Смотри, берешь вот. Так вот делаешь, да? Ну я не слепой, я вижу и так, я вижу с одного предложения. Ну ты же не знаешь, я же тебе говорю, у меня игра свернута была, либо еще что-то. Ну я тут при чем? Может, понимаешь, ты же не будешь, ну я тут при чем? В смысле, а я при чем тогда? Ну просьба была, ты не отреагировал, вышел с сервера. Чисто физический человек просто не может посмотреть, если у него допустим. Сейчас будет отсылка к тому ролику, в котором он появился впервые. В том видео, по его словам, с расстояния 50-70 метров можно спокойно разглядеть лицо человека. И жалоба в том ролике как раз таки чуть не заруинилась из-за того, что его покрывал администратор. Поэтому я считаю, что это вполне себе справедливая мера по отношению к таким вот игрокам. Ребят, кто подумает его в комментариях под этим роликом защищать, убедительная просьба, без оскорблений реально, просто пересмотрите старые ролики на Happy RP, они вышли совсем недавно. Ну да, админобус плюс лив. Админобус на НРП и фрикил. Еще плюс лив. Нету админобуса. Артур, а насчет Ангикими что ответил насчет этого игнора? Админобус плюс лив. Лив тут при чем? Лив по факту считается, просто ты через 11 минут зашел, там, ну, время прошло. Ну, тебе. Ну, потому короче, что в ливе ограничено количество времени, через которое ты можешь зайти и считаться. Мне ты пишешь. Ну, ребят, пишешь, делайте, что хотите. Меня он попросил, чтобы я сказал, чтобы ты уже его забанил. Нарушение он перечислил, я ему описал ситуацию. Мне нужен ты чисто как руки, которые делают. Отлично, отлично, просто. Понял. Фрикил, нон-РП, лив и админобус, правильно? Да, все правильно. Все, сейчас посчитаем и забаним. Если у тебя какие-то претензии, тогда их выписывай, ну как бы Юкими, понятно. Да а смысл, блядь, Юкими похуй, хуй забьет просто конь, блядь, и все. Че. А чем я выписывать? Или че? Хуй, если сказать. Ну все, ты свободен, да, че ты тут до сих пор весь душе, блядь, даже не б. Как припекает сразу с этой хуйни у него. Как только ему дает пизды, блядь. Хуй вылетело, блядь, рано, хуй. Да пошел нахуй, я тебя жалеть не буду. Ну я жду, пока он посчитает, выдаст. Глянуть пиратик, это первый админобус или нет? У меня там пятый админобус, четвертый.
Ты, блин, охуенная. Пиздец, блядь. Ну, сейчас посмотрим. Если пятый, ну, одним больше, то... одним меньше. Ничего страшного. Надо... Да похуй, мне похуй. Какая толка, блядь. Как ты докатился до такой жизни? Да какой такой, нахуй. У меня, блядь, игра вылетела, блядь. А Артур, блядь, что-то там решил заметить, блядь. И решил, именно, нахуй, что-то улыбнуться, да, блядь. А Кими, блядь, на подсосе, блядь, решил, нахуй, это, блядь, нахуй, да. Решил, нахуй, это, блядь, нахуй, да. Решил, нахуй, это, блядь, нахуй, да. Чё ты несёшь? Да, такая, ну потому что а чего случилось? Она подсосе, бля, вообще нет. От недели до трех и плюс 15 часов повторный фрикил, ну, да. Повторный нонрфей, повторный клиф. Да я в курсе там. Админа был сколько у меня там? От, ну, третий, получается, тебя голландец АХ2 банил. Получается, третий от недели до трех. АХ2 у меня был, все, да, третий, а? Я думал, пятый, нихуя. Ну все, давай бань. Быстрее тогда раз. Ты не горячись, главное. Буду, нахуй. Да шо мне горячиться, ё-моё, я ж спорить даже не буду. И слава богу. Две недели нахуй. Ой, как же классно, блядь. Заряд бодрости такой, прилив силы, радости, когда подобных челиков выпинываю нахуй с какого-нибудь сервака. Не, ну, конечно, то, как он на одном из создателей отзывается, вот так вот напрямую, не стесняясь, ну, это такое себе, ребят, на самом деле. Мне... Я бы такое не одобрил, я бы такое осудил, если бы слышал. Пиздитесь, ивент.